Приветствую вас с одного очень интересного места. И вы видите, за моей спиной находится памятник. Два здоровых мужика, которые пережимаются на руках. Вы просто не поверите. Это единственный в Украине, может быть, в мире, памятник братьям Кличко. Не верите? Сейчас я увеличу. Итак, богатырь, который ниже, это наш уважаемый Виталий Кличко, мэр Киева. Очень классно сделано, на самом деле, мышцы прорисованы, все в динамике, из цельного куска гранита, из цельного, два Кличка. Виталий? Виталий. Очень похож. Тот, который выше, это Владимир. Они очень похожи между собой, но все-таки Владимир отличается. Можно отдельно узнать Виталия и Владимира. На самом деле скульптор очень классно сделал все. Я недавно был в Италии, смотрел статуи Микеланджело, Рафаэля. И вы знаете, мало чем отличается, кроме того, что те сделаны с мрамора. Наш сделан, этот памятник сделан с гранита. Сейчас покажу вам некоторые детали. Посмотрите, как классно сделаны мышцы. Учитывая все, что это с одного цельного куска гранита, работа очень и очень достойная. Так как о скульптуре никто не знает, то фамилию скульптора, тем более узнать, это будет отдельная задача. Но посмотрите мышцы ног. Класс, просто молодец скульптор. Местный гений с одного украинского села.